У нас есть доска, 64 клетки, фигуры белых, фигуры черных, 8 пешек, да, у каждого. Далее ладья, конь, слон, ферзь, король, также слон, конь, ладья. Такой набор нужен для игры в шахматы. Этой игрой Юлия Майер увлеклась не на шутку. За несколько лет занятий девушка научилась просчитывать каждый ход наперед, как свой, так и соперника. И речь здесь не только про партии. Навыки пригождаются и в жизненных ситуациях. Безусловно, умение неординарно взглянуть на ту или иную ситуацию, попытаться решить ее с разных фронтов, скажем так, абсолютно по-другому, как, например, соперник твой абсолютно даже и не подумает. Дебюты, комбинации, атаки, стратегии. Удивительную атмосферу игры копейчанка не променяет ни на что. Сейчас, на данный момент у меня второй взрослый женский разряд. Думаю, что это не предел все-таки. Будем стремиться к первому взрослому. Стремление Юлия подкрепляет тренировками. Если говорить о занятиях, непосредственно связанных секции, то у нас понедельник, вторник, среда, четверг, два занятия по 40 минут. То есть мы разбираем, смотрим различные партии, готовимся к каким-то дебютам. Если говорить о каких-то самостоятельных занятиях, которые непосредственно нужны в первую очередь, то в идеале, конечно, это где-то 3 часа. По часу на теорию, практику и задачи. Любопытно, что для упражнений сами шахматы и не нужны. Их можно просто представить. Умение визуально нарисовать картину игры очень важно. И оно часто помогает нашей героине побеждать в турнирах. Первое место по городу это были кубки ШФК, то есть Шахматной Федерации Копейской. И играла я, по-моему, только в 2 быстрых блиц и в том первое место. Ежегодно проводится у нас мемориал Кибизова в Челябинске, который собирает шахматистов со всего мира. Да, и из-за границы приезжают, и вся область собирается у нас в Челябинске. Поэтому можно считать отчасти, что это достаточно такой серьезный, сильный, фактически международный турнир. У вас там третье место. Третье место в том году, да. У любимой игры Юлии Майер даже есть свой международный день – 20 июля. В эту дату копейчанка разыгрывает партии с особым трепетом. И вне зависимости от того, какую профессию девушка выберет в будущем, она уверена – шахматы будут с ней на протяжении всей жизни.